буквально вчера только она сидела за этим столом и поступил сигнал из самоавиации. Буквально вот 12:30. И она быстро-быстро в темпе собралась. Поступил сигнал, что уже надо вылетать. И она быстро в темпе собралась и вот прям на ходу раздевалась. И вот отсюда, ну, где-то без 25 она уже вышла с этого кабинета. Вот ради этого двухмесячного ребенка она согласилась полететь. Там было подозрение, что у ребенка проблема лейкоз. Вообще она была очень многопрофильная специалист. У нас же как у нас каждый специалист, у нас, знаете, состоялся с нужным годы. Она была и гематологом, и гастроэнтерологом, и кардиологом. Очень отзывчивая была, к своей работе очень щепетильно относилась. Несмотря на вот всегда свое личное время не жалела для больных. Вот уже говорили же мы. День и ночь здесь была она. Поздно уходила, рано приходила. Всю свою личную жизнь она посвятила вот именно больным. Дочка есть у нее, да. Пятый год. Да. Дочка есть. Все время вот в основном ей помогала ее сестра, что все время на работе. Вообще хорошего специалиста потеряла область. Это невосполнимая утрата. Правда, что она была единственный гематолог? Единственный гематолог. На область. На область. На этот регион.